Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер один на странице 15. В этом упражнении мы должны в данные числовые выражения вставить пропущенные числа. Для того, чтобы это сделать, мы должны будем вспомнить десятичный состав чисел. Итак, давайте посмотрим. 59 – это 5 десятков и 9 единиц. Из этого числа мы должны вычесть какое-то другое, так чтобы у нас осталось 50 или просто 5 десятков. Для этого мы должны будем вычесть 9 единиц. Давайте запишем. 59 минус 9 равно 50. Следующее число. 90 – это 9 десятков. Мы должны прибавить какое-то число, так чтобы получилось 96, 9 десятков и 6 единиц. Значит, к 9 десяткам мы должны прибавить 6 единиц или просто 6. Записываем. 90 плюс 6 равно 96. К какому-то числу мы должны прибавить 40, то есть 4 десятка, и должно получиться 48, то есть 4 десятка 8 единиц. Мы должны прибавить 4 десятка к 8 единицам или просто к 8. Запишем. 8 плюс 40 равно 48. Из какого-то числа мы должны вычесть 60, то есть 6 десятков, у нас должно получиться 6 единиц. Из какого это числа мы должны вычесть? Из числа 6 десятков и 6 единиц, то есть из числа 66. Записываем. 66 минус 60 равно 6. Из числа 83, то есть из 8 десятков 3 единиц, мы должны вычесть какое-то число, так чтобы у нас осталось только 3 единицы. Мы должны вычесть 8 десятков или 80. Записываем. 83 минус 80 равно 3. Из числа 97, то есть из 9 десятков, 7 единиц, мы должны вычесть какое-то число так, чтобы у нас получилось 90 или 9 десятков. Мы должны будем вычесть 7 единиц. 97, вычитаем 7 единиц, получится 9 десятков или 90. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.